сейчас вот еще одна, как-то, небольшая распаковочка очередной всякой рухляди, сложенной у меня в разных коробочках. Вот, сейчас мы заглянем, вот две такие коробочки одинаковые. Сейчас мы посмотрим, что внутри. Итак, что у нас здесь? Не знаю даже, откуда начать. Ну, давайте вот с этого угла. Так, ну, это, наверное, все знают, что это такое. Это головки звукоснимателей ГЗМ-105D. Советские были такие. Я думаю, что они остались. Вот, даже я тут написал по-английски почему-то, used, использованное, но это я писал. Вот, а это, значит, раз ничего не написано, значит, новое, на которое мух не сидела. Ну, давайте вот заглянем сюда. Да, вот. Она даже укреплена на каком-то шеле. Видите, тут уже даже развалилась уже вся, весь поролон. Надо будет заняться, все это дело привести в порядок. Очень много им лет. Я так думаю, осталось от еще советских времен, от увлечения всех и вся заменой разных головок. Так, дальше. У меня здесь вот еще есть головки. Так, ну это у нас унитро. Это у нас унитро. Я думаю, нет такого советского радиолюбителя, который не прошел бы этап увлечения изделиями унитро. Значит, в те далекие годы унитро была лидер. Вот, да, унитро. Вот, я так думаю, вот это вот наверняка от 106-й веги тут запчасти. Пасик, наверное, древний уже, наверное, совсем задубил. Вот. Ну, я, князь, сам тоже не избежал этой участи, как и все советские радиолюбители. Да, пасик, лампочки. Это сейчас уже вообще никому не нужно, а вообще никому. Ни пасик, ни лампочки уже. Все давно делается по-другому. Так, дальше что? Дальше, ага, вот. Ну, это тоже большая по нынешним временам такая редкость. Знаете, что это такое? Это головки, это сменные иглы для звукоснимателей ГЗКУ. Вот. Сейчас я их попытаюсь это извлечь из этой коробочки. Да, вот они, сменные иглы ГЗКУ. Стерео, моно. Значит, я помню, что в стародавние времена, когда купить иглу для проигрывания на 70, да, уже вот она, видите, вся от времени уже тут согнулась, плохо лежала, но это не так страшно. Когда купить иголку для 78 было невозможно, значит, брали эти ГЗМ-ки или ГЗКУ, отрезали вот этот кантилевер и засовывали их в те иголки. Было такое развлечение. Вот у меня эти иголки, думаю, они все новые. Тут целая упаковка. Тоже не знаю пока, что с ними делать, но пусть лежат. Так, продолжаем. Так, это вот что такое? Ага, тут написано ГЗМ-105. Но я даже распечатывать не буду, понятно. Еще одна ГЗМ-ка. Дальше. Так, о, тут, подожди, дайте пакет. Вот. Знаете, что это такое? Вот, это у нас иглы для ГЗМ-105. Зачем они мне в таком количестве нужны были, я себе даже не могу представить. А зачем нужно было столько ГЗМ-овских иголок. Вот. Видите, вот они в таких вот продавались в головках. Ну, наверное, как-то эксперимент по переделке ГЗМ и унитро на 78 требовали, так сказать, вот такого запаса. Или, может, это я уже потом купил. Еще на развалах в Митино продавали много всякого хлама напоследок до его переделки в такой, такой новый рынок. Дальше у нас... Да, но вот это, да, это вот, наверное, кто занимается старой техникой, знает, что это такое. Это лампочки, их еще называют кошачий глаз, индикаторные лампы, которые использовались в старой советской радиоаппаратуре. Вот. Значит, тут я думаю, что у меня, наверное, их целый запас. Так, на ощупь, наверное, это то же самое. Да, 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 это все то же самое.
Вот, достаточно большой запас индикаторных ламп. У меня много старых советских радиол, но, видно, я где-то по случаю урвал эти индикаторные лампы. Вот, и теперь не знаю. Так, ну здесь, наверное, то же самое, суть по размеру. А здесь что-то по... А, ну это большие индикаторные лампы. Да, это вот кошачий глаз. Только большой, старый, старого издания. Так, значит, это мы посмотрели. Так, и вот здесь еще. Да, и похоже, и здесь индикаторные лампы. Да, здесь индикаторные лампы. То есть у нас есть такой нехилый запас индикаторных ламп. Ну, не знаю, пригодятся они мне или нет. Но пусть пока лежат. Так, и такая есть у меня еще вторая коробочка. Сейчас уже в нее заглянем. Вторую коробочку, значит, ага. Так. Вообще непонятно, что. Так, вот это. Ага, ну это тоже остатки увлечения. Пасеки плоские. Я думаю, что это остатки увлечения у нитрой. Эти пластики уже никому не нужны. Они все страшно задубили. Даже написано цена. Номер 22. Не знаю, что это такое, номер 22. Так, вот это что такое? А, это я знаю, что это такое. Это у нас иголки. А, иголки. Даже не знаю, от чего. Запасные иголки для Philips AG3306. 20 евро за штуку. Или 20 франков, не знаю. Это я, по-моему, во Франции покупал, да. Что это такое? Да, это иголки. Так, значит, тут что? Так, ага, тут вот какие-то у нас... Ну да, тут остатки каких-то роликов от каких-то радиол. Какие-то резисторы. Непонятно зачем, непонятно кому нужно. Я даже не помню откуда. А, вот это я помню, что это такое. Это классная штука. Значит, это лампочки. Вот лампочки, да. Лампочки. Это лампочки для диапроекторов. У меня есть коллекция диафильмов и коллекция диапроекторов. И я в свое время урвал вот, видите, такой вот лампочки. Я так предполагаю, что во втором пакете тоже лампочки, только от другой модели, а может и от этой же, нет, наверное, от другой. Не, от этой же модели. Вот еще у меня лампочки. Вот видите, у меня сколько лампочек для диопроекторов. Ну, можно всю жизнь, наверное, смотреть диафильмы. Хотя я вряд ли уже буду делать. Так, ну и осталось тут что? Тут осталась какая-то, значит, коробочка. Ага, ну тут я даже не буду высыпать, примерно понятно, это ремонт какого-то тонарма был, да, точно, и от этого тоже, от этого, вот это, наверное, эльфовский какой-нибудь тонарм, скорее всего. Тут не вижу, что написано, нет, ЗМЗ, нет, не эльфовский тонарм, другой ЗМЗ, но это, наверное, тоже остатки от этого ремонта. Ну вот на этом все. Когда у меня появятся новые предметы для распаковки, я обязательно их вам расскажу. Спасибо большое, до скорых встреч на моем канале.